Да, ну вот здесь, как гимн. Вайомер лемех ленашайн. Ленашав. Вав А, здесь. ленашав, да, ленашав. Ленашав. Ада. Вецилах. Ветилах. Шемаан. Коли. Нешей. Лемех. Ха. Зе. Ну. Хайзену. Хайзену. Азена. Та. Хазена, ага. Азена. Хазена. Имерате. Ты. Имерати. Имерати. Ки. И. Иш. Харе. Хара. Хара. Ге. Ти. Ле пи це и ле пи це и ве лед ле леха леха ку кура ти Леха Бурати. А, бу-бе, точно, бу-бурати. Бурати. Так. Леха Бурати. И сказал Ламех. Леп. Лемех. Ленашав это своим женам. Шав это жена. Жена или женщина. В множественном числе неправильное множественное число нашим, его жены нашав. Своим женам Аде и Цилле. Нет, нет, это уже... Это обращение, да? Обращение, да, уже начинается прямая речь. Ада и Цилла. Ада и Цилла. Шима. Шман. Слушайте. Ага, слушайте. Слушайте. Голос мой, получается. Да, да. Слушайте, голос мой. Не ше. Не шей. Не ше это те же самые нашим смехутся. Не шей лемех, это жены лемеха. А, жены Лемеха. Ши... Нет. Или перескочил. Ха. 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 Зина. Зина. Ха. Зена. Ха. Зена. Да. Это озен. Это ухо. Ха. Зин. Это слушать. Ха. Зена. Слушайте. Слушайте. Имрати. Да. Амар это говорить. Имрати, слушайте мою речь, мои слова. Это эти пара стихов написаны, можно сказать, поэтическим языком, в котором часто бывает, что примерно одно и то же написано дважды немножко разными словами. Параллелизм, так называемый. Да, 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 да. А да, и всегда слушайте мой голос, жена Лемеха, значит, слушайте другим словом мою речь.
Но тут как таковой ритмически они не совпадают, эти два куска, да? В Писании поэзия, она не ритмическая. То есть вот современных этих самых поэтических размеров там нету, но так, тем не менее, по стилю она очень, очень хорошо отличается от прозы. А какое главное отличие вот прозы от поэзии в эти? Это хороший вопрос, на котором я Ну, можно на не самом деле сейчас ответить. серьезно не задумывался. Я, может быть, при случае спрошу у Зеда Гейзера. Он наверняка про это Спасибо. думал. Спасибо. Так, мы Да, вот здесь. здесь. Поскольку ищ это муж, мужчина, да? Да. Мужчина. В данном случае по смыслу это не подлежащее дополнение, а мужчину. Мужчину. Это от слова убить, да? Убить, да, я убил. Я Хара. убил. Я убил лепице и лепицей. Лефицы, да. Пеца это рана. Лефицы за мою рану. За мою Наверное. рану. То есть его только легонько ранили, а он убил, да? Получается так. Я сейчас посмотрю, что по этому поводу комментаторы пишут. Давайте только закончим сначала перевод. Это ребенок, дитя, Ребенка. ребенка ли, бирати, бирати. Лахабурати. Хабура это другое слово для раны. То есть, опять-таки, такое параллелизм. Для чего? Рана. А, Также для раны. пецца это рана. Хабура это тоже рана. То есть он еще и несовершеннолетнего отрока, можно сказать, да? Да. Да, на самом деле стих, конечно, он такой достаточно неоднозначный, можно понимать его по-разному. Такой классический комментатор здесь предлагает такое объяснение, что он убил своих предков Каина и Туалькаина. Интересно. Лемех был слепой, Туалькаин его водил, и, в общем, там что-то такое ему почудилось, по ошибке он их обоих убил. И жены после этого его сторонились. А он убеждает, что это вы меня сторонитесь. Разве, значит,
здесь это самое рано. Да, значит, человек — это Каин, а отрок — это Тувалькаин, который следующее поколение. И разве это моя рана? То есть рана имеется в виду, которую он им нанес, от которой они умерли. Но он говорит, это разве моя рана? То есть это разве мое действие? Я же это сделал по ошибке, я же не хотел их убить. То есть вообще совершенно тут противоположный смысл. Да. Но я не удивлюсь, если, в общем, если смотреть других комментаторов, то они могут объяснить совершенно иначе. Пасук, стих очень неоднозначный. Так, где мы были? Здесь. Да. Так, значит, Вая. Ну, вот здесь. А, ки. Или ки там, да, ведь? Ки, да. Шива тайм. Ю, наверное. Юкам. Каин. Велемех. Шиваим. Шиваим. Веши. Шива. Так, поскольку, да, получается, и вот это я не знаю, что за шива тайм. Шева — это семь. Шива тайм — это всемеро. Всемеро. Укам. Юкам. Юкам, да, это юкам. Юкам — это от корня накам. Накам — это месть. Юкам — это будет отомщен. Семеро будет отомщен. Каин. Елемех. Тоже в семеро, да, получается? Нет. Шевим — это 70. Шевим выше, да, 77 раз. Алемех в 77 раз. Ваеда. Адам. Од. А вот в слове меод, это же. Нет, меод через алиф. Разные слова. Эт. И что? Ватэлэд. Бен. Ватикэра. Эт. Шемо. Шет. Ки. Шат. Ли. Это получается А, да? Алло. Элло. Элло. Элохим. Зера. Ахар. Ахер. Ахер, да, ахер. Тахат. Хевел. Ки. Ха-ра. Го. Каин.
поскольку... А, это мы читали так. Вот здесь. Воеда. И познал. И познал Адам. Од, тоже не знаю. Од. Еще раз. А еще жену свою. Ватлед и ребенок. И родила. А, и родила, да, и родила сына. Ватикра. И назвала. Вайкра это назвал, Ватикра это то же самое в женском роде. И назвала. И назвала Шемо. Сим, да? Шмо, Шем это имя. А, то есть, и дала ему имя? Да, имя Сим, оно пишется и читается точно так же, но здесь Шмо это его имя. И дала ему имя. Дала ему имя Шет, поскольку Шат-Ли, ну, дал мне. Дал мне Бог семя Ахер, не знаю, что такое Ахер. Другое. Да, ну, семя в смысле потомства. Угу. Да. Тахат. Тахат тоже не знаю. Тахат это тахат. Может означать под или вместо. В данном случае вместо. Вместо Авеля, поскольку поскольку его убили, да? Его убил Каин, да. Угу. Хараго, то, одним словом, Хараго убил его. Угу. Улешет гам ху гам ху юлад бен Вайкра. Так, у меня тут закрывает экран. Это шмо. Энош. Аз. Хухал. Ликро бешем Господь Адонай Улешет, не знаю. И Ушета. И Ушета. Угу. И Ушета Гамгут. Также он, наверное, и Шету. И Ушета также и у него. Ага. Был рожден сын. Был рожден сын. И назвал Шемор. Называл его Шемор. Нет, назвал его. А дал ему имя. Дал ему имя. Так. Энош. Энош, да. Энош. Аз это что? Тогда. Тогда. Ухаль. Было начато.
Было им начато ли название, что это такое? Называть бешем имена. Нет. Именем Господа. А, именем Господа. Угу. Что это означает, есть диаметрально противоположные комментарии. Uh-huh. Или что это с него начинается идолопоклонство, uh-huh. что, так сказать, всякие другие сущности называются именем Господа, или наоборот, что там стали обращаться к Господу. Uh-huh. Ну, Шетта, мне кажется, наоборот, у него репутация такая, так скажем, более святого. У Шетта? Или имеется в виду Сима, может быть? Шем? А, да, может, да, наверное, Симом. Да, это гораздо позже. Это, а здесь, кроме того, это даже и не Шета, а Энош. Это сын Шета. А, это не тот общем... не А, это не Енох, это Енос. Нет, угу. Это другой персонаж. Давайте на этом остановимся. Угу. Спасибо большое. Хорошего дня. Хорошая неделя. Через неделю, только воскресенье вечером. Хорошо. Спасибо. До свидания.